Уже более четверти века основные задачи СОБР остаются неизменными. Это борьба с терроризмом и экстремизмом, с организованной преступностью, освобождение заложников, обеспечение силовой поддержки при осуществлении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время задачи остались все те же. Также в своей ежедневной деятельности выполняем мероприятия, направленные на силовое сопровождение, оперативных сотрудников, оперативных мероприятий, безопасность, обеспечиваем оперативных сотрудников, безопасность граждан при проведении данных мероприятий. Все мы взаимозаменяемые, каждый может выполнять различные задачи, возложенные на отряд. У нас есть несколько должностей, специальностей, так скажем, в отряде. Это высотники, снайпера, взрывотехники. Также каждый сотрудник, каждый офицер проходит все эти подготовки на базовом уровне и, соответственно, может взаимозаменять, выполнять любые задачи, возложенные на отряд. Сегодня специальные отряды быстрого реагирования по праву считаются одним из элитных подразделений Росгвардии. Служба в СОБР предъявляет высокие требования к профессиональной подготовке. Все сотрудники подразделения занимаются по специальному плану, который включает в себя занятия по высотно-штурмовой, тактико-специальной, инженерной, огневой и медицинской подготовке. В программе тренировок офицеров СОБР отработка действий штурмовой группы в помещении и прохождение огненно-штурмовой полосы. Это щит ВР-6 предназначен для защиты группы от стрелкового ручного оружия. Используется при проведении специальных мероприятий, штурмов зданий, как правило, все в помещениях. Вес его 28 килограмм, на руках держать его достаточно тяжело, поэтому используется такая данная подвесная система. Данный щит ВР-6 выдерживает прямое попадание автомата Калашникова калибров 7,62 и 5,45 мм. В Рязани специальный отряд быстрого реагирования был создан в 1993 году. С момента своего образования Рязанский СОБР провел в командировках 18 лет. Всего в выполнении служебно-боевых задач за пределами области участвовало более 700 офицеров подразделения. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудникам Рязанского СОБР были вручены 143 государственные награды, в том числе 19 орденов мужества. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».